Опять с вами диджей Мэг. А за моей спиной проходит локинг. Данная номинация чем отличается? Это, во-первых, музыкой, стилем музыки. В основном доминирует фан. Танцоры танцуют, как вам объяснить, больше old school, да, дэнс. Для понимания многих. Но на самом деле это полноценная номинация, которая танцуется в данное время. И очень пользуется популярностью в Японии, в Америке, во Франции. И набирает обороты у нас в России. Я сам локинг не танцую, но всегда очень интересно посмотреть. Ну что ж, мы добрались до топ-рока. В чем особенности? Это отделение би-бойс. Денсеры би-бойс бьются один на один и показывают технику в направлении топ-рок. Оно само о себя и говорит. Топ-рок стиль. Там, где используют батл-рок, ап-рок. Я, опять же, может быть, не знаю все формулировки топ-роки, но, насколько я понимаю, на данном эвенте не, как бы, тоже бы запрещалось, но нежелательно бибоем уходить в пол и делать силовые элементы. То есть все обошлось там без пауэр-трика, там пауэр-мува. В основном там футворк, батл-рок, топ-рок. То есть как-то вот так. Раньше занимался, когда пибоингом, я любил топ-рок. И сейчас, в принципе, могу долбануть очень легко. Ну что ж, дальше двигаемся и доходим до номинации папинг. Опять же, обывателю, на первый взгляд, папинг может показаться довольно-таки как бы однообразным и неинтересным. Так как музыка, как ее называют сами паперы, идет из двух битов, да? Вот. Но на самом деле, это на первый взгляд, все гораздо шире и интереснее. Паппинг номинация проходит в основном под фанк, G-фанк. И требует от паперов массу-массу знаний, базы. Именно классику движений, правильное исполнение, техника. Существует масса стилей в паппинге. Я сам занимаюсь паппингом чуть-чуть. Многие элементы в данный момент учусь делать. Но в России есть очень крутые папперы. Если ты подумал, ты сделал. Если ты не можешь это сделать, то даже не думай. Дело в том, что если я что-то думаю и хочу сказать что-то человеку, я не должен ходить где-то и говорить за спиной. Или я даже не должен это думать у него за спиной. Я должен пойти и сказать ему это. Это ускорит процесс. Конфликты возникают только потому, что люди не могут говорить друг с другом, не могут выражать то, что они хотят выразить друг другу.
Я, ну чё, Мэг здесь, за моей спиной, та самая арена, где все уже закончилось, вечер прошел нормально, танцоры получили массу эмоций, были батлы, были горячие батлы, я был свидетелем всего этого. Оставайтесь всегда в теме, занимайтесь танцами, занимайтесь спортом, интересуйтесь музыкой, будьте творческие, богаты, не знаю, развивайтесь. Это Russia Ru, это DJ Mac, Ice Beat, Black Star Inc, Всем мир, peace.